Еще ни один отчет главы Хакасии не вызывал такой бурной реакции у депутатов Верховного Совета, отмечают парламентарии с большим стажем. Выстроилась целая очередь желающих задать вопрос. Председателю парламента даже пришлось ограничивать коллег, чтобы все фракции смогли получить слово. В отчете затронуты вопросы, направленные депутатами заранее, и волнующие простых жителей региона. Надо сказать, что за 2019 год в работе Валентина Игоревича Коновалова произошло много положительного, в том числе для республики. Мы не пропустили ни одного национального проекта. Во всех проектах мы участвуем. Это значит, что мы привлекаем деньги из федерации для того, чтобы развивалась наша республика. Тем самым экономим наши собственные средства, часть которых можно направить на социальные нужды. Парламентарии отметили, что Валентин Коновалов не сравнивал деятельность нынешнего правительства с предыдущим, а четко оценивал свою работу за год. Конечно, проблем у республики много и критиков предостаточно. Например, представители ЛДПР посчитали отчет слишком радужным. На самом деле все мы жители Хакасии, все прекрасно понимаем проблемы, которых глава в своем отчете, по сути, не отразил. Он молодой, избран народом. Я считаю, что нужно совместно прилагать усилия и исправлять ситуацию в республике. Критичный, конечно, отчет, но поэтому будем работать и направлять главу, и сами будем вместе с ним набираться опыта. Понимая ситуацию, большинство представителей ЛДПР и других фракций парламента поддержали отчет главы республики. Критиковать легко, а вот объединиться для решения проблем сегодня готовы немногие. Если сегодня многие ждали, что за год можно заплатить эти миллиарды, 20 с лишним миллиардов долгов, если ждали, что можно привлечь сюда 20 миллиардов инвесторов, это, естественно, смешно. Доклад был серьезный, доклад был конкретный, и глава держался очень мужественно. Были неприятные вопросы, на эти вопросы были даны ответы. Конечно, еще впереди масса работы. Столько надо сделать. И опять же, ни одному главе. Это задача главы, это задача всего правительства, всего кабинета министров. Это задача депутатского корпуса, это задача всей Хакасии.